Ты чё несёшь вообще? Не в дверь кто-то звонит. Кто полицейский? Сам разбирайся, я ничего не буду делать. Сейчас я вебку включу. Вот, ты меня забанил. Да. Ты им там сейчас всем и скажешь. Мам. Опа. Это что такое? Мам. Почему к нам опять полицейский пришел? Да я не знаю. Что ты не знаешь? Скажи, меня слышишь, нет? Алло. Ничего я не скажу. Сотрудник полиции, участковый. Майор Кузьмин Олег Михайлович. Неправда! И камеру вообще не снимай ничего! Мам! Была нецензурная. Ну, ты уже совсем с ума сошел, что ли, на фоне своих игр? Да не пальчик там, он меня забанил, он все виноват! Какой мальчик? Сейчас он снимает! Игри сказал! Эй, тихо! Обиди, ты что, дурак, что ли? Это что такое? Чё, дурак, прекрати! И чё? Чего? Придурок, чё ты делаешь? Ну-ка перестань, это что такое? Какую беседу? Ребят, если вы хотите так же, как и я, снимать антигрифишон на вашем канале YouTube, то вам всего лишь нужно стать владельцем сервера на нашем сервере Сержокрафт. Вы сможете иметь доступ ко всем регионам на сервере. Сможете сетать дома грифером, придумывать себе любой префикс, или же спрятать себе префикс, превращаться в любого моба, кикать грифера. А самое главное, вы сможете посадить грифера в тюрьму нашего сервера, также написать об этом в чат на весь сервер. Наблюдайте, как весь сервер пришел в тюрьму, чтобы посмотреть на этого грифера. И обязательно забаньте грифера. Все эти команды специально разработаны для того, чтобы вы смогли снимать антигрифишон на вашем канале YouTube. Поэтому становитесь владельцем сервера, снимайте ролики и становитесь популярными. На прилеге сейчас действует скидка 95%, поэтому не упусти возможность сэкономить. IP в описании ролика. Дорогие друзья, срочное включение, срочнейшее. Посмотрите, что здесь творится. Люди падают. А грифер позвал настоящих людей сюда, всех заманил, написал, что здесь типа грифер. Грифер так написал, что здесь типа грифер ложный. И ломайте ему дом. Он так написал в чате на весь сервер. Посмотрите, что здесь происходит. Человек строил дом. Знаете как? Я сейчас попробую грифера. У него ник был Алукс. Я увидел его, когда сюда прилетел. Где-то ник здесь Алукс. О, посмотрите. Вот, у него еще стоит префикс грифач. То есть он опять... Я ловлю очередного владельца сервера, который пользуется правами, который начинает ломать чужие дома, влезать в их регионы, имеет к ним доступ, пишет себе префикс грифач и беспределит. Вот он купил здесь владельца сервера. Кстати, мы добавили владельцу сервера одну офигенскую команду. Она раньше вообще существовала в природе, но мы добавили ее. Это можно вычислить IP грифера. То есть я смогу сейчас потроллить школьника, пропишу команду voice. Да, ну все ее знают многие, но мы добавили именно владельцам сервера эту команду. И я вычислил его IP. И, кстати, при помощи этих программ, посмотрите, он его убивает. И при помощи IP вы знаем, как просто в гугле вводите там, вставляете IP в определенный сайт. И вы можете узнать, где живет грифер. И можете вообще его реально троллить. То есть, допустим, он живет в Саранске, там, на в городе улице Ленина, допустим. И вы можете его реально троллить, он реально обострется. Только гриферов. И мы добавили только владельцам сервера, такую команду. Вот, она выйдет сейчас, вычесть IP грифера voice. Посмотрите, что здесь происходит. Взрывы, что-то еще, что-то происходит. Сейчас мы будем с ним связываться, посмотрим, что он нам ответит. Кстати, ну если вы не верите, посмотрите. Прописываем voice и ник, и грифер Алукс был. Алукс. Посмотрите, нам чат вводится в IP. IP адрес 92252129143. Тут еще много ник, сколько у него жизней. Но самое главное, что тут можно посмотреть, это его IP адрес. Также можно посмотреть, в тюрьме ли он, замученный или АФКшник. То есть мы тут добавили команду только владельцам сервера. Она подходит идеально для того, чтобы троллить грифера. Поэтому снимайте антигрифер шоу, становитесь владельцами. И сейчас мы его будем троллить. Троллить. Где у нас Алукс? Алукс. Так, АМ Алукс. Молодец, что ломаешь дом. Давайте вот так мы напишем. Молодец, что ломаешь дом. Смотрите, у меня левый ник 228 228 228G. Вообще левый, просто вообще левый ник. Я себе дал владельца сервера и прописал префикс грифера. То есть владелец может написать префикс грифера. И я типа такой же владелец сервера, как и он. Мы с ним оба владельца. И смотрите, что осталось просто от дома. Просто посмотрите. Так вот, продолжу. Я хочу с ним ломать этот дом. И все падали. Вон, еще один упал. Мне просто очень жалко, что здесь происходит. Так, все, надо с ним срочно связываться. Быстрее, надо над ним издеваться. Говори срочно скайп.
Настал тот момент, дорогие друзья, я очень... Вы сейчас, наверное, просто видели быструю скорость обработки видео, типа там все быстро, а чтобы вы не ждали. У него скайп Alex23, не будем томить, найдем сейчас его в скайпе и позвоним. Все, просто посмотрите, что осталось от дома. Вы просто перемотайте в начале ролика, просто перемотайте, а теперь перемотайте сюда. Это жопа, так нельзя, звони. Нашел его, быстро все было. Сейчас мы дозвоним. Алло. Алло. Алло, здравствуй. Алло. А, привет, я с тобой хотел домик ломать. Ты ломал сейчас домик? Да, я. А зачем ты, кстати, это делал? Ну, так я же грифер. А, ну, в принципе, ты, да, написал. А, у тебя еще префикс грифач, да? Да. Так, а у тебя ник Алукс или Алекс, как читать правильно, не пойму. Мне кажется, Алох какой-то, да, Алох. Слышь? Че? Алекс, Алюкс. Алюкс или Алох? Ты чё несёшь вообще? Ты какой... Я чё несу? Я не понимаю, чё несу. Ты кто? А, ну, всё, всё, всё. Мы же, да, мы же с тобой в скайпе. Да, смотри, смотри, такая ситуация. Сейчас... ты где? Ты где? Ты летаешь? Где ты летаешь? Нет, я на спавне. На спавне? Погоди, сейчас я к тебе. Я хочу с тобой просто вместе выживать. Стой, стой, я вот видишь меня? Мой ник 228-228-228-Г. Да, да. Вот, встань сюда, встань. Надо сейчас встать. Упади, упади напротив меня. Смотри, ты можешь летать, да? Ну. Можешь летать, стой. Ты когда-нибудь был в тюрьме этого сервера? Сейчас не двигайся. Нет. Не был? Не. Стой, не двигайся, погоди, смотри мне в глаза. Сейчас ты обретешь опку. Кто-то здесь песню включил, слышишь, да? Это не ты включил? Нет. Сейчас, подожди, сейчас ты обретешь опку. Сейчас ты... Хочешь опку? Да. Реально? Да. А что ты тогда здесь, крашенный сервер? Конечно. Да? Смотри, сейчас. О, ты классно стоишь. Сейчас. О, смотри. И сейчас на счет три считай что-нибудь. Раз, два, три. Ой, ничего не вышло, да? Нет. Блин, как же так? Сейчас, смотри, а сейчас еще раз. За чего? Зачем ты меня в тюрьму посадил? Я тебя посадил в тюрьму, потому что ты грифер. Зачем? Выпусти. Ну я не могу тебя выпустить. Я, ну смотри, я знаешь, я единственное, что могу предложить, это позвать народ, чтобы все сюда пришли и как бы они тебе помогли. Тут на сервере это практикуется. Не надо, выпусти меня лучше. Вот, смотри, вот, видишь, смотри, все на вапджайл, тут грифер в тюрьме, Алукс. Алукс, Алекс, вот, смотри, видишь? Ты зачем? Видишь, посмотри. Смотри, посмотри, сюда все пришли, они хотят тебе помочь. Да, смотрю. Ты, ну, увидел, да? Они все хотят тебе помочь. Зачем? Выпусти меня, верни владельца. Я не верну тебе владельца, я тебя посадил в тюрьму. Ну я же заплатил. А еще я сейчас тебя, ну заплатил, есть правила сервера, знаешь, люди покупают машины, но это не значит, что они могут сбивать людей и быть безнаказанными. И чё? Ну и то. Это же игра, ну верни меня. Ой, сколько здесь людей, все рады, наверное, что сейчас увидят грифера. Ха-ха-ха-ха-ха. Смотри, давайте еще поспамим. Давай еще поспамим, вот так вот. На, да. пусть все посмотрят. Выпусти! И еще, знаешь, что сейчас сделаем? Мы сейчас еще вот так вот сделаем. Нет, ну хочешь, я тебе реально помогу? Да. Досчитай до двух. Раз, два. Ой. Чего? Консоль банд Алукс фоза банд Хеймер Хэй Спокен. Чего? Зачем ты это сделал? Ты получил бан. Чего? Верни! Ты получил бан, дружище. Верни! А ты что, исправишься, что ли? Да! Нет, ты не справишься. Почему? Ну потому что ты не справишься. Не будешь же исправляться, правильно? Чё? Чё за звук? Не в дверь кто-то звонит. В дверь звонит кто? Не знаю. Ну иди посмотри. Вот в дверь звонит ему. Да сосед, наверное. Ну слушайте, ребят, ну я точно лишу его привилегий. Сейчас он придет, я его отберу. Тут полицейский. Полицейский? Да. Как ты это понял? Ну я посмотрел. И чё? Там он стоит. А чё ты мне открыл? А чё? Ну слушай, сам разбирайся. Я ничего не буду делать. Это если там полиция, сам давай разбирайся. Чё ты сделал? Зачем? Я ничего не делал, дурак. Сам разбирайся с полицейским. Сам дурак. Я ничего не буду делать. Всё. Чё ты от меня хочешь? Чё, стой, я тебе чё сделаю? Я тебе перезвоню, сейчас я вебку включу. Чё? Скажи ему, что я ничего не хотел плохого делать. Да чё я должен говорить, с какой стати? Всё, я сейчас трубку бросаю, всё. Да какого чёрта?
Почему я должен объяснять? Я не буду этого делать. Нет, это бред. Это бред. Вот он звонит уже. Чё мне с ним делать? Уже трубку брать? Чёрт. Ладно. Вот, вот, ты меня забанил. Вот ты меня забанил, ты виноват. Вот им там сейчас всем и скажешь, что это ты меня забанил. Нихера не скажу. Ну стучат уже, ну что ты сделал? Мам. Опа. Это что такое? Мам, почему к нам опять полицейский пришел? Да я не знаю. Что ты не знаешь? Никогда ничего не знаешь. Я не знаю, о чем он пришел. Скажи, ты виноват. Скажи, меня слышишь, нет? Алло, скажи. Ты им сейчас скажешь, что это все ты. Нихера не скажу, слышь? Ничего я не скажу. Сотрудник полиции, участковый, майор Кузьмин Олег Михайлович. Сейчас им скажешь. Не скажу и ничего. Просто... Офигеть. Мам, я не знаю, я не хотел, мам. То, что ваш сын громко ругается, кричит, не дает... Неправда! И камеру вообще не снимай, ничего. Ну, мам! Чего, ну, мам? Хватит мамкать. Была нецензурная, брат. Нет! Была-была. Дети, в том числе и грудные. Скажите, дети, чтобы... Поэтому... меня слышно, алло? Сами понимаете? Блин, не... Сейчас им все скажешь. Я ничего не скажу. Ты слышишь, на тебя жалуются, и на меня жалуются вместе с тобой. Слышу. Поступило несколько звонков. И чё? И чё в разные дни, не в один день, в разные да дни. Тут все он. Ты чё несёшь? Ну там, ну... Ну уже совсем с ума сошел, что ли, на фоне своих игр? Да нет, да там, он, пальчик там, он меня забанил, он все виноват. Какой мальчик? Ну вот сейчас... Ты снимаешь? Это хочу и снимаю! Три сказала! Эй, телефон! И почему ты кричал? В связи с чем? Ну хочу и кричу и снимаю! Офигеть, ты что, дурак, что ли? Это что такое? Ты что, дурак, прекрати! И чё? Чего? Ты придурок, что ты делаешь? Ну-ка перестань, это что такое? Что ты делаешь вообще? Уйди! Нужно проводить. Чё, полицейского убьёт? Какую беседу? Уж тем более ставить ночью. Ты придурок, что ли? Вы сами видите, совсем с ума сошел на это, ты чё? Они сбросили трубку. Я в шоке. Скайп сбросился, сейчас 5 сек. В скайпе не в сети. Не в сети, они сбросили скайп. Он сбросил. Я в шоке. Я в шоке, он ударил сотрудника полиции. Я в шоке. У меня такого никогда не было за всю историю съемок на канале Антигрифера Шоу. Никогда. Даже мой последний ролик с полицейским. Это вообще жопа. Я в шоке. Я не знаю. Ребята, это заслуживает лайков. Ставьте лайк, если вам жалко сотрудника полиции. Вы не согласны с Грифером. Просто куча лайков. Я вообще... Я не знаю, что сказать. Всем спасибо за ролик. Я пойду я не знаю, что сказать. Всем, ребята, спасибо. Единственное, что хочу сказать, заходите на сервер. Снимайте Антигрифер Шоу. Потому что у меня на сервере, походу, какие-то совсем гриферы больные. Вообще непонятно, что происходит. Поэтому становитесь владельцем сервера, вычисляйте по IP гриферов, снимайте ролики и... Всем пока, друзья. Всем пока. Дорогие друзья, если вы, конечно же, хотите получить админку абсолютно бесплатно на нашем сервере или даже основателя сервера, просто пишите команду в чате free, заходите на наш сервер и смотрите, что вы можете бесплатно получить донат за время и донат за убийство. Донат за время можно получить випку, админку или основателя. Нужно всего лишь отыграть пару часов. Лично я сам отыграл уже 656 часов. Это 3 раза больше, чем вот самая крутая привилегия. Также можете получить бесплатно админку за убийство. Вам нужно совершить 20 убийств, чтобы получить ключик от кейса, из которого может выпасть VIP, премиум, креатив, админ, суперадмин или основатель сервера. Сейчас в эти дни действует огромный процент выпадания основателя сервера. Играйте, убивайте на PvP игроков, набивайте часы, получайте бесплатные админки. Это ли не чудо? Поэтому, друзья мои, сейчас нахожусь на сервере Сержу Крафт. IP в описании ролика. Просто заходим и пишем команду free и получаем бесплатный донат. Всех жду на сервере. Вот я на спавне. Всем спасибо, всем пока, друзья.